вами канал Улица Москвы. И в этом выпуске прогуляемся по Гнезняковским переулкам. Вот это, например, Малый Гнезняковский. Он проходит между Шведским тупиком и улицей Тверская. А Большой Гнезняковский его пересечет и также выведет нас на Тверскую улицу. Большой Гнезняковский. Туда будет Тверская. И можно ему выйти на нее и по Большому Гнезняковскому переулку, на который мы сейчас свернули. Ну, он, значит, вот Большой Гнезняковский сначала идет параллельно Малому, а потом сворачивает перпендикулярно, его пересекает. Так, какое-то министерство. Так, министерство культуры. Министерство культуры Российской Федерации. Вот как министерство какое-нибудь силовое там или еще какое-либо, так громадное здание на всю эту самую, на всю улицу, на всю площадь. А культура где-то во дворе там. Типа это такое. Можно обойтись, да? И культура тоже очень важная для человека субстанция. Ну а здесь вот как раз мы можем выйти уже непосредственно станции метро Тверская, Пушкинская, Чеховская. Ну, конкретно вот с этой части там вход на Пушкинскую и Чеховскую, там на Тверскую нужно еще по подземному переходу пройти. Все, Леонтьевская переулка. Надо было в направлении Леонтьевского, наверное, идти, ну. Это еще это театр ГИТИС. Театр Института театрального искусства. Ну,
в эту арочку уже Тверская улица.